И как бороться с этим, пока остается вопросом и загадкой. Ох Опа. Ты, какой хук-то! Сультой Фирагу не потерял даже, а вот, к сожалению, Франко здесь отправится в никуда. Ну, вспышку, да. Прожимает, минус Диксон, минус Нагиб. Красиво! Пытаются зайти во вражеский лес, Цвях здесь подходит АФК, будет на ультимейческую цеплять хорошие помпушки, АФК лоу ХП, Блэкмаш не попадает куклы, и Цвях отсюда отходит. Вангор цепляет в итоге Владоса, идет на дизенгейдж, хороший врыв под Валентина с ворованным ультимейтом Кадиты. Двоих, ох, Кадита! Кадита! Там Юстика могут закрыть. От первого номера, Юстиниан, ошибка! Да, слишком далеко зашел, тут его стирают. Секунду, есть продолжение. Кингслейер также может отсюда погибнуть. И вот не теряет бессмертие. Ульта по Лолите проходит от Лолиты по Ив. И продолжение будет также. Хика тоже стирает. Еще один минус. Это минус 5 в исполнении команды Umbrella Squad. Ой, АФК далеко выходит, у него же нет четверки, до сих пор подкидывает сейчас. Троих подкидывает, невероятно, просто кастл, первая кровь делает Фангор на Кадите, подходит Траблмейкер, минус зум, без шансов. Но можно атаковать черепаху еще, Фангор еще черепаху добирает до кучи, Фрешикат пытается выжить, но не получается. Легком остаться бринтом, поэтому... Пока находит опять станет Каши, который перескакивает ваншот. Идет играть, опять убивает здесь Каши. Еще и по Неону куда играть. Недалеко находится Лисман, готов рваться. Идет игра по фрешу. Получает также в лицо очень больно ловким пиу, но он готов также делать прокастик свой. Кадита живет на лоу хп. Его даже пассивки здесь не будет спасать. Сенсей закрывают прямо под вышкой. С другой стороны, вот из QT пытается как-то да, закрыть ваншота, но нет, контроля не хватило от Фреда. Сейчас уже нужно выдвигаться на драку за лорда. Не хочется его просто так отдавать. Да, приходит магистр, подбрасывает кит-бомбу. Игроки команды Night Raid фокусируются на игроках. Промахиваются гранатомет на ульта. Брас пытается достанить магистра. Роджер в этот момент забирает лорда. Вперед, через ульту. Гонст Роджер в кит-бомбу. Наконец-то его забрали. Ульта раз и ставит у свою ульту. Странновато немножко ситуация. Неожиданный такой мув. И выстрел со снайперской винтовки. Здесь гранатомета пытается ульта по каслу. Касл забирает. Есть преимущество, но до черепахи все равно дойти странновато. Едет, подтягивается. Есть ульта, АФК. АФК бежит отсюда. И кому достанется черепаха, все-таки пересматил Фангор, но команда-то одержала не то чтобы победу, прям. Ну что, драка за черепаху? Да, врыв у нас небольшой идет, откатит, у нас ставится клеточка замечательная, Коджика падает, Кашибатыр пытается как-то в одиночестве здесь справиться с этим делом, маньяк, но его сейчас будут наказывать, преследование от четырех игроков, скидывается огромным количеством способностей по нему, подвергается урон. Да, очень хорошо получилось для команды Дэвов. Забайтил на себя кит-бомбу, подходит магистр. Должен использовать ульту, Фрешика должен забрать даже так. И даже без ультимейта магистр поместится. Тут основная угроза для него Валентина. Сава вытягивает сейчас Голд Роджера. Голд Роджер на ульте выходит, но он погибает. Все равно у него есть разрешение. Его тут же поднимают, добивают, все, выбили. Ланселот тем временем везут с Валентиной файтит. Ультарасовый скачок, прыжок и... Гордана, это все дело трафить, файт под верхней линией, как много урона, растворяются двое из руки спорт. Там урона-то, кстати, немного было, вот, как вы видели, дизауна, да, как ни странно. Сенсей пытается прожигать крипов, получается сделать, там дрезло врывается, килет красиво, Сенсей пытался спасти вспышкой, не получилось это сделать, дрезло также прилипает, и килета проблема, врывается прошигот, будет свою ульту расчехлять, вот она полетела, но тут Дон стоит и подчищает проблемы своей команды. Шикарный выход, и Владосик тоже отсюда вряд ли уйдет. Як делает инициацию, перебрасывает Диксона, подстанчик пошел, сразу же Алимбатыр по нему играет, и они остаются без кор-героя на данном важном объекте. Игра по дизолнуду также сейчас производится, падает у нас еще и Нагиб, падает у нас Валентина, с другой стороны, правда, есть игра по лингу, есть минус, но падает еще и Кашибатыр, скелет там свою работу выполнил, здесь пытается Юмика как-то добить, но не получается, не получается, есть раз. Должен заканчивать эту игру, нужно пытаться килету, это играть по нему, стопит пока что карету, выходит крипы, но он их бьет патроны, и это победа! Коллектива рухает.